Всех приветствую, дорогие друзья, дорогие рыбаки. Сегодня мы с вами будем плести классические черные мухи, так сказать, готовиться к сезону. Мух у нас нету, так что будем плести много, поэтому смотрите внимательно, учитесь тоже вместе со мной, так как я тоже еще не такой уж и умелец плести качественные обманки, но мне главное не как бы это не внешний вид, а чтобы на них ловилось. Итак, первое, что мы сделаем, это возьмем крючок катана. Нет, это не настоящий катана, который вы могли подумать, это просто крючок, так называется. И берем вот такую бусинку, продеваем. Все, продели. Вот так получается. Все. Зажимаем в тисочки. И начинаем плести. Хочу сплести. Блин. У меня этих нету хвостиков. Ладно уж. Сплетем салатовую. Салатовую обманочку. Для этого нам потребуется сама салатовая нить и перо. Начинаем. Закрепляем нить. Все очень просто. Наматывается нить просто тупо на крючок. На цевье крючка наматывается определенное количество нити, но мы здесь делаем подлиннее. Надо будет обманочка чуть-чуть подлиннее, чем положено. Вот, хочу подлиннее сделать. Вот. Так, закрепляем нить. А это, извиняюсь, перо. Нить достаточно прочная, можно слегка даже в натяжечку сделать, и это дополнительно обеспечит прочность самой обманки. Не надо ее там будет и дополнительно лаком обрабатывать, все будет держаться само собой. Все. И так потихоньку заматываем. Нить рвется достаточно тяжело. Кошмар. Больно. Но при этом обманочки с этой нитью работают тоже достаточно уверенно. Сколько было хариуса поймано? Нити. Так, немножечко. Так, теперь в серединочку. И вот так. Ох. Какая муха получается. Так. Все. Перо мы закрепили. И теперь можно потихонечку ее обматывать. Муха плохо закреплена, ну ладно. Сейчас. Уже почти готово. Вот сколько я времени потратил на муху.
Конечно, это не так, не казистый такой вид у обманки. Но зато все свое. И не потрачено на это ни одного рубля. Зато обманки проверены. Уже это. Я в подсказках в течение видео вот я прикрепляю, на которую я рыбачил мухи. Только они без этих головок. Но отличие от этих головок, это в том, что она будет просто быстрее тонуть. То есть она будет быстрее оказываться на дне. И идти будет она строго в придонной области. То есть должно, по идее, ловиться еще эффективнее, отрабатывать. Все, муху сделали. Нить убрали. Вот, немножко ей даже беспорядок сделали. Шорох ей навели. Все, сейчас мы вот здесь шорох наведем. Все. Муху закрепляем. Вот, пожалуйста, муха готова.